принципе, было видно, наверное, по самой игре, что не все у нас получалось. Многое давали сделать Химкам то, чего не позволяли в предыдущих играх. Поэтому я думаю, что да. Я надеюсь, что это самая тяжелая была игра для нас. Химки начали более играть агрессивнее, более жестче в защите. Может быть, даже к каким-то моментам мы не были готовы. И, в принципе, наверное, может быть, это и повлияло на начало матча. Мы пытались, наверное, больше найти свою игру и найти свой ритм. Наверное, вот эта физическая борьба, они немножко нас сбили с ритма, и поэтому нам надо было именно почувствовать своих партнеров как в нападении, так и в защите. They came out extremely focused, extremely motivated. They played a great game. I mean, everything's different than a playoff, so we just have to make our adjustments, play a better game, and be ready for an even bigger fight in 2 days. Стараемся максимально восстановиться после тяжелой игры и подойти к Химки в таких же условиях, поэтому все по-честному.